Сегодня 16 февраля, на улице минус 7, вода, ой, не знаю, мне кажется, градусов всего 2, потому что тала ледяная жуткая. Так, а что, я хотел рассказать 3 новости. Первая новость о том, что Дума приняла закон о том, чтобы ограничить использование иностранных слов, ну, в официальном документе оборота. Только мне интересно, как депутаты теперь будут называться, потому что слово депутат... По-моему, греческое. Это первое. Второе. О, Господи. Владимир Владимирович у нас сказал, что будет помогать бойцам в военных частных компаний. Они в России запрещены. И вообще людей убивать нельзя, но почему-то мы их будем поддерживать. Ну и ладно. И самая веселая третья новость. Значит, Репин, Илья Репин, Айвазовский, соответственно, и... Господи, кто ж... Куинджи. Признаны украинскими художниками. Ну, если Репин-то еще ладно. Куинджи-то вообще на медь там грек из Крыма. А вот за что досталось господину Айвазяну, я вообще не понимаю. Ну, как-то так. Такие у нас новости на сегодня.